Аппарат «Энергия жизни-2» прост в использовании. Его можно применять в домашних условиях. А разработан на основе фундаментальных научных исследований и выдающихся открытий в области физиологии учеными Российского нового университета. Исследуя сердце, увидели связи сердца с вот этими процессами, которые происходят в центральной нервной системе. В частности, как потенциал действия влияет на работу сердца. И мы непосредственно эти параметры запрограммировали в волновую прибор. Волнового действия он у нас на стенде представлен, и получили уникальные результаты. То есть в течение одного сеанса, в течение 5 минут, фактически излечивается любой болевой синдром. И результаты нас самих удивили. Это что касается обезболивания при болезнях внутренних органов, а также для улучшения двигательной активности, улучшения пищеварения, зрения, повышения иммунитета. Открылись новые возможности диагностики в кардиологии. Ученые создали новую фундаментальную науку – кардиометрию, изучив структуру сердечного цикла. Результатом стал новый прибор, его еще называют аппаратом будущего, который за 15 секунд может расшифровать код сердца и поставить точный диагноз. Это профессиональная разработка для врачей-кардиологов, которая позволяет в течение одного сердечного цикла диагностировать не только функции, а и гемодинамику. Все новые приборы таганрогских ученых сертифицированы Министерством здравоохранения России. Более того, кардиокод уже получил международную сертификацию и используется за рубежом. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.